требование, которое определено профильными постановлениями правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защите объектов, это обязательное требование. Что касается объектов образования, такие тренировки должны проводиться 2 раза в год. Реальные тренировки не на бумаге, а с отработкой полного алгоритма действий. В Пушкино прошло 4-е заседание антитеррористической комиссии, на которой были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности, повышение пожарной безопасности в преддверии предстоящих мероприятий, День солидарности в борьбе с терроризмом, выборов нового учебного года, а также празднование Дней городов округа Пушкино, Красноармейской и Ивантеевки. В связи с праздничными мероприятиями в городе Пушкино 26 августа будет перекрыто движение с 8 часов до 22:30 по улице Некрасова, от улицы Тургенева до 2-го Некрасовского проезда, с 21 часа до 23:00 по улице Тургенева, от улицы Некрасова до улицы Чехова, а также по улице Чехова и микрорайона Дзержинец, от Московского проспекта до Ярославского шоссе, и по микрорайону Серебрянка, набережная реки Серебрянка, от микрорайона Дзержинец до улицы Набережная. Также с 8 часов утра до 23:00 будет перекрыто движение по пешеходному мосту через реку Серебрянка. Кроме того, на заседании были затронуты вопросы готовности ЖКХ к осенне-зимнему сезону. А также члены антитеррористической комиссии обратили внимание на паспорта безопасности учреждений и заявили о важности их наличия. Алина Рогожина, Яков Лейзер, новости Большого округа.